сейчас. Как там МП рестарт? Нет, не МП, СВ. Хотя и не СВ. Чего мне пишет? Я вообще не могу. Я не могу спецназ залететь, но я не возьмите. Может, ей потому надо что... объяснить, что надо перейти, а Илье надо зайти, но он... Зима, сейчас так сразу не сможешь, потому что ты вышел только что. На М и на что? Фантомик, спасибо большое. За ежедневную зарплату. Надо этот раунд вам сыграть, я тогда залечу за ту команду и... Я смогу рестартнуть еще раз. Причем Настюша все равно за террористов. Блин, объясни ей, чтобы она умерла или перешла. Теперь она за спецназ, но kill on kill зашел за спецназ. Как же это вам надо закончить этот раунд, реально. Перейти, ё-моё. Так, все, да? Все нормально? Да, сейчас хорошо. Я рестартну. Мы играем или это разминка? Нет, так 1-0, счет, рестарт надо. Все. Теперь играем. Да. Now play the game. Ну-ка, ну-ка, раздам сейчас парочку хедшотов, да. Еще кто-нибудь со мной. Они там, наверное, на Б пошли. Куда вы идете? Мне кажется, на Б, судя по тому, что еще поправили. Да, я тоже думаю, что на Б, на никого пока. Пойдем на Б. Пойдем, все, все на Б идем там. Бай-бай-бай-бай. Пойдем. Иду. Последний на коврах. Да. Десертыгл больше не покупаю. Да ладно. 10-6, короче. Вот так вот считаем, если что. Давайте, парни, давайте. Я верю в вас. Окей. Ангел вместе. Настя, с первым фрагом тебе. Спасибо. Видите, я остаюсь джентльменом даже в тяжелых ситуациях. Это Б, опять. Это либо Б, либо мид. На миде. Да, 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 на коврах никого, это точно Б. Блин, на втором раунде клаши, это норм. Так, на миду, да? Да. Ну и меня в спину убивают. Да как у него? Че у него там за... Я не знаю, блин, наушники за $500, что ли? Мне так лень было на шифте идти, но это вообще жесть какая-то. Бай, чистим. Да. Говно дело. Тут уже не затащить. Затащить? Нет. Яма. Ага. Да, ты говоришь, я люблю побеждать. Да просто не мой кино виноват, или мы потащили. Ну давай перезапусти со звуком. Ну чё, Вилавгеймс, давай Best of 3, мне да? кажется, что... Да? Нет, ты чё, издеваешься, что ли? Я ж предложил раньше это сделать, сейчас ты куда уже? Ну блин, посреди игры, типа, звук включать. Заново начать. Если я там посмотрю, подсказка на весь экран, держите её, чтобы посмотреть на оружие. На лестнице. Я уж забыл про неё настолько, настолько в игре. Спасибо большое, GG Diesel! Ты посмотри на оружие. Победит. Окей, инфа. Да здравствует король. Звук работает. Это в наушниках. Да, это болезненное поражение. Я запомню. Запомню его. Да, оно еще не поражение. Рано. Ну а как тут? Класс, как колено. Тут колено. Да легко. Собраться, затащить. Правда то, что мод этот не киберспортивный стоит, это на руку террористам.
Их армор каждый раунд, считай, на этой карте. Но это уж Вальвы виноваты, то, что они не сделали для обычных людей там. Ну, типа странно, что они даже вот в клозик надо соревновательно, чтобы поиграть, набить третий левел. Или какой там третий, по-моему, да? Он, кстати, долго набивается, это скажу. Ну да, я заметил. Я в свое время набивал, очень много дедматчей сыграл. Гонки вооружений всяких. Последние 3 HP. Блин. Не успел убежать, Антоник. Не приговор, ребят. Илья, ты со мной хочешь? Туда же? Ай, попробуй. Go, go, go. Но у меня нет ни гранат, ни счета. Хотя бы кинь туда что-нибудь, прежде чем так сделать. Я себя кину. Кстати. Хорошо, давай. Еще лагует немного. Сзади, сзади, наверху. Вниз прыгнул. Угу. Боевой точно есть. Ну, это тот же чувак, он просто нас ждет. Я понял. 44, если что. Оставим. Я понимаю, что я даже, если по мне стрелять начинают, не сразу понимаю это, потому что я не слышу, если он не попадает. Я вообще убил кого-нибудь за террорист? Нет. Ну, считай, чуваки вдвоем остаются после этого. Практически. В дефе. Лучше нам, наверное, вместе не ходить, хотя бы по отдельности жить. Дам... Джангл, джангл, джангл. Задавили бы, выиграли бы раунд, понимаешь? А риск стоил там. Не уверен, что убив этого чувака, мы не дали. Побегайте потихоньку. Попробуйте выбить, нет смысла сидеть, иначе мы опять сольем. Yes. Давай, 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 я верю в тебя. На планете. Ты можешь. Господи. Зачем? Молодец, молодец, было классно. Я ты молодец. Но это было сильно. Ладно, чуваки. 13. Киньте какое-нибудь говно мне, пожалуйста, у кого деньги есть. Давай. На говно есть деньги. Теперь я самый слабый. Ты рядом с мной сидишь? Нет? Да не, я вообще не знаю, мне что-то. А где? Скажи мне просто, я вообще. Я уже сдох на сковров, мне чувак грохнул. На Б? Да. Оказалось, что мы не команда защиты. Мы вообще не команда. Чё там, 14... 14,6. Да. Есть там инфа какая-нибудь? На АП бомба уже лежит, да? Да. Они просто прошли, поставили, тут нет смысла рыпаться. 56, 58 в ног попал. С АВПшки. Мы еще можем взять ничью, ребята, давайте, давайте. Последний раунд у них. Comeback is real. Здесь нет? Нет, надо сюда идти.
Там, короче, законодатель справа. Есть, есть еще. Денис. Простреливает с медла меня. Все, я готов. Нет. Сити. Хорошо. Камбэк Израиль. Блин. Где? Под дыркой, но с той стороны, с нашего респа. Мидл ласт. АВП, по-моему. Камбэк Израиль, парни. Изи. Собрались, собрались. Мы еще можем. Денис это ушел. Не послушаешь, не знаю. Так. Чего не послушаю, конечно. Не послушивать-то. Я грущу, на самом деле. Да не грусти уж, победил. Хорошо, что спорить не стали. Ну, а что такого? Вончики бы... притащил. Я соберу команду получше в следующий раз. Опять на Б. Я с ковров пойду тогда попробую. Опять, наверное, да, чувак творишь, звук возьмет. Звук у меня нету, а глаза-то есть. Что на миду? Ты не знаешь, Кекс? Не знаю, бомба у меня на Б коврах. На коврах где-то на Б. Ты на коврах сам наверху. Я, да, нет? На Б коврах держу. Тут бомба где-то была. Короче, тот чувак либо на базу убежал, либо где-то... Нет, ага. Он спрыгнул на меня, но почему-то ушел мимо. Я даже сначала подумал, что это наш. Денис, а откуда у тебя донатерская ВП, если ты в КС не играешь? Какой-то красная линия. Выпало? Ага. Так, как, да это все гон. Ты еще, конечно, он играл, хоть немного доиграл. Это все мрамойство, иначе бы он вообще никого никогда не убил здесь. Хотя у него 0-0-5. Беру свои слова назад. Но нет, в прошлом раунде он типа в тройке был своей команды. Мидл. До ковры был один чувак, еще один. Вот только не знаю, куда он собирается пойти. В мидле еще есть? Не знаю. Где это убивает? По-моему, это мидл, короче говоря. Они сейчас на положат бомбу. Пойдем на, а? Что делать? Последний раунд. У меня 10 хп. Мы вдвоем остались? Да, у меня 10 хп, нет звука. Он из дырки вылез. Причем он прыгает, бегает, но я, к сожалению, не мог этого услышать. Сейчас я затащу. Давай. Так они на Б в итоге положили. Да, на Б. Давай, давай, ну! Ну давай. 15 хп осталось. Ты прикинь, они на Б положили. Я просто по бомбе пробежал. Ну я понял. Я не могу его услышать. Я верю, я верю. Белив. Белив. Do you believe in love? I believe. Илья, сзади бежит с ножом за тобой. Не гони. Да я правду говорю. Ниндзя. Если не... Ну мне нужно было, это не тот. Это не тот момент, когда можно стесняться. Не надо. Good game, well played, молодцы, ребята. И моя команда тоже молодцы. Спасибо за игру. Спасибо вам. Ну что, теперь мы можем H1Z1? Да ну его нафиг. Это же твоя дисциплина. Нет, так обидно. Ты же хотел баки пооткрывать или как-то там, сундуки. А, да. Да, да. Я просто... Я забыл, на самом деле, как это делается. Деньги на это тратятся, а потом делать. Ну, ребят, ну проиграли в честной борьбе. Но у нас, видите, Кирилл был без звука.